Я твердо верю, что такое качество, как человечность, определяется во многом в отношении людей к животным. Животные, в отличие от человека, они не могут сказать, как им больно, и не только физически, но и душевно, как им холодно, голодно, одиноко. И знаете, мне иногда кажется, что животные – это ангелы, которые посланы на землю Всевышним для того, чтобы протестировать наши сердца. Я как-то в Инстаграме увидела полностью заледеневшую кошку. Она была с открытыми глазами. Знаете, крик души, потому что там на нашей совести люди, что кто-то действительно не впустил ее погреться в сильные морозы. И когда люди выбрасывают остатки еды в пакет, в мусор, не задумываясь, что можно это положить где-то в кормушку, чтобы животные это съели. Но это равнодушие, это огромное равнодушие. Да, некоторые говорят, животных бездомных надо травить, их надо убивать. Знаете, чем-то это фашизм напоминает. Вот собака там на кого-то напала, друзья. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. И возможно, что от холода, от человеческих издевательств у нее могло быть помутнение разума. Но почему же в Турции все собаки, кошки счастливые, они бегают как обезьяны в Индонезии, да? Играются, потому что там кормят. Там кормят, там заботятся, там любят животных. Поэтому никто там не кусается, никто ни на кого не нападает. Друзья, задумайтесь об этом, давайте менять свои сердца. Ведь то, что происходит с животными в нашей стране, это на нашей совести. Давайте будем человечнее.